Караганде прошел конкурс «Ученик года». В финальном этапе в нем приняло участие 30 старшеклассников. За право назваться лучшим боролись самые умные, талантливые и эрудированные школьники. Имя победителя знает Алина Акбаева. Поддержать конкурсантов пришли их одноклассники, друзья и родители. Всего на участие в конкурсе поступило более 200 заявок. В финал прошли 30 школьников с 6 по 11 класс. Конкурсанты рассказывали о своих достижениях, успехах, наградах и исполнили музыкальные произведения. Как отмечают организаторы, каждый ученик раскрылся, и выступления были очень интересными и оригинальными. Этот конкурс очень полюбился нашим учащимся, родителям, учителям. Огромное количество детей ежегодно мечтает принять участие в нашем конкурсе. Конкурс «Жилако-шоссе» является составной частью городской программы «Одаренный ребенок». Проводится он в целях популяризации и поддержки одаренных детей нашего города. Проводится этот конкурс четвертый раз. Члены жюри отметили, что выступления учащихся отличались оригинальностью, содержательностью и творческим подходом. Одним из участников конкурса стал Карим Марденов. Ученик 11 класса рассказывает, что к выступлению готовился основательно и надеется на победу. Я представлю зрителям, членам жюри вкратце о своей жизни и о людях, которым я благодарен, а также одну музыкальную композицию. Сколько ты готовился? Я готовился очень усердно, около уже месяца. Как я уже узнал, то, что я являюсь финалистом данного конкурса, я начал усердную подготовку. По итогам состязания обладателями гран-при стали учащиеся средних классов Айшат Мынбай, Екатерина Кучина и Мухтархан Абишев. А среди старшеклассников Владислав Козырев, Вадим Тисин и Анна Жорова. Все они были награждены дипломами и ценными подарками. Жить нельзя на свете, школы вышли только и поэт. Алина Акбаева, Арман Бектубаев, Равиль Валеев, 5 канал.